Нас ножом пулю войдут. Дедушки, вы простите, пожалуйста, это для облегчения коммуникации, чтобы легче было с вами общаться. У вас теперь будет у каждого номер, а то я в этих расшаркиваниях, я запутаюсь. Ну, представляете, я буду говорить, Иван Николаевич, пойди сюда, Иван Дмитрович, а вы сюда, Иван... А вы сюда, да язык сломали. Мне надо сосредоточиться на роли, на репетициях, на образах, на картинках. Ну, вы понимаете? Ну, прекрасно, прекрасно, Настенька. Мне тоже будет так удобнее. Но продолжим. Значит, чтобы понять структуру, так сказать, произведения, вещи, мы с вами с первой сцены рухнем сразу в финал. Обольемся любовью, чтобы с авансцены в зал полилась чистота. И мы поймем тогда, куда двигать наш космический корабль. Боже, как он любит болтологию всякую, а? Ну хватит, ну стопэ уже! Тихо, тихо, Настя. Так вот, финал. То, что мне пришло, привиделось сегодня ночью. Я так долго думал об этой вещи, что спать не мог. Думал и думал. Про какую вещь он думал? Да тихо, тихо. Ну так вот. Значит, номер первый пошел и стал вот здесь. И вот тут стойте. Вы все вокруг него. С тайкой, на площадке. Это как? На какой площадке? Ну то есть сцена. Сцена у вас тянет, называется площадка. А не стройплощадка, театральная площадка. Понял, понимаете? Понимаем. Так вот, финал. Ну, рассредоточься скорее, да, господи, мне все сел. Настя, Настя, тихо, тихо, я поведу. Послушайте, итак, мы сразу обговорим все, чтобы вы знали перспективу. Встаньте все вот здесь. Итак, расстрел. В смысле расстрел? Нас расстреливать? Да не вас. Ну, при чем тут вы? Да вы не интересны никому. Итак, расстрел Мата Хари, 1917 год. Ее обвинили в шпионаже, вывели на расстрел. Скорый суд... И неправый. Хрупкая женщина стоит в лучах рассвета. Мата Хари означает «прекрасное око зари». Так переводится ее имя. А-а-а, теперь я понял, почему эти по улице ходят и поют Хари Кришна. То есть, есть они про зарю поют. А где стоит эта Мата Хари? Да не Харя, а Хари. Она стоит красивая в лучах восходящего солнца и говорит им своим палачам. Да, я была проституткой, но предателем моей великой родной Франции я не была никогда. Нет, скажи, пожалуйста, эти слова вот сюда, вот встань, стойте, скажи. Так что, действительно такие слова? Откуда ты взял? Ну, из Википедии, откуда же еще? Я изучал творчество Мата Хари, ее биографию, штудировал. Долго, основательно, прочитал много. А ты не читал? Я думала про гардероб. Как-то это мне более волнительно. Да и что мне твои слова? Слова какие-то. Главное на сцене не слова, а действия. Действия, понимаешь? Так, стой, стенки, говори. Да, я была проституткой. Но предательницей моей великой Франции я не была никогда. Предательницей или предателем? Скажи, изменщицей, больше подойдет. Ну говори! Кидаем в лицо оскорбление. Я тебе даю глагол. Там станок говорил, действие определяется глаголом. Вот я тебе глагол кидаю, говори. Да, я проститутка. Нет, Настя, не проститутка, а была проститутка. Была, понимаешь? Ну говори, кидай слова. Да, я проститутка. Настя, ну черт побери, ну ты была. Была, понимаешь? Ну, меня здесь заклинило! Ну, что тут сказать? Да, я была проституткой, но не предавала свою родную родину. Родную родину. Но я не предавала своей родной Франции. Ой, да я знаю, Тихо, что ты привязала. Так, еще раз сначала. Да, я проститутка! Господи, я с ума сойду, да, что? У нас затык. Пропустим. Займемся массовкой. Настя, отдохни. Итак, вот она тут стоит. А у вас оружие. И вот она в этих лучах восходящего солнца, да, она произносит, да, я проститутка. Была, была. Да я знаю! Итак, вот! Вот! Вот она скажет слова. Тут лумрак будет, такое раннее утро. Соловьи поют, пусть на фотограмме. Восходящее солнце на заднике появится, грустная музыка такая, и вдруг тишину раннего утра пронзают выстрелы.
Вы поднимаете оружие и стреляете в нее. Целитесь прямо в левый глаз.